Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей, и это The Факты. Шокирующие и невероятные находки под водой. Судя по просмотрам, это одна из самых излюбленных ваших тем. Вот я и сделал для вас еще один ролик на эту тематику. Находить видео на эту тему становится все тяжелее и тяжелее, но я все-таки постарался отобрать 5 самых невероятных находок, обнаруженных под водой. Перед просмотром не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Погнали! В первом видео один из зарубежных охотников за сокровищами, исследуя водоемы, наткнулся на сразу несколько довольно тревожных находок. Это пистолеты разных моделей и калибров, и один из них предположительно был орудием убийства. Но ввиду того, что оружие повреждено водой, доказать что-либо не представляется возможным. Этому блогеру тоже посчастливилось стать обладателем такой же находки. В одной из рек он нашел пистолет вместе с кобурой. Ведь самый популярный способ избавиться от орудия преступления – это выкинуть его в воду. А так как сейчас бум кладоискательства, в том числе и в воде, то такие находки не редкость. В следующем видео дайверу удалось найти нечто покрупнее. На дне озера искатель наткнулся на автомобиль марки BMW. Как мы можем видеть, находится он там довольно долгое время. После того, как автомобиль вытащили на сушу, экспертами было установлено, что машину использовали в совершении преступления. Это видео было заснято у берегов Кипра. Дайверам удалось найти огромный затонувший корабль со множеством техники на борту. Также они нашли яйца, неизвестно кем отложенные. Пишите в комментариях, чьи они могут быть. И еще они нашли большое количество человеческих останков. Жуткое зрелище. И напоследок видео, на котором очередные охотники за сокровищами обследуют берег реки. После нескольких часов поисков одному из искателей удалось найти нечто невероятное. По его словам, это не что иное, как зуб мегалодона. Выглядит убедительно. А вы как думаете, настоящий это зуб или подделка? Пишите в комментариях.
На этом у меня все. Надеюсь, видео пришлось вам по душе. И если это так, наградите его лайком, а канал подпиской. И я постараюсь сделать еще что-нибудь интересное для вас. Берегите себя и своих близких. Пока!